Порт-Петровские уроки. На базе столичной школы номер 59 прошел фестиваль педагогического мастерства «Луганск-Донецк-Махачкала». Мероприятие проводится второй год подряд. В этом участие приняли педагоги Донецка и Луганска. Они подписали соглашение о сотрудничестве с дагестанской столицей. Все подробности далее в материале. Они – те, от кого зависит судьба молодежи. Те, кто учит и воспитывает будущее поколение. А делать это порой приходится в сложных условиях. Своим опытом в рамках фестиваля педагогического мастерства поделились учителя из ЛНР и ДНР. В Дагестане они впервые и уже приятно удивлены. Здесь у нас есть преподаватели, которые и на, в общем-то, ближе к линии разграничения, и те, которые, в общем-то, в центре находятся. Вот. Но... Все они работают в одном русле. Мы входим в единое образовательное пространство Российской Федерации. Дети наши, вот именно этого 9-летнего периода, они настолько патриотичны, патриоты своей республики и патриоты России, что я думаю, мы идем в нужном направлении. Мы очень рады, что нас пригласили в рамках года педагога-наставника. Данный фестиваль «Порт-Петровские уроки» действительно дает нам возможность показать своих педагогов. Но у нас есть что показать детям и взять что-то от вас. Да, будем дружить, и я надеюсь, что мы будем частыми гостями в вашем городе и ждем вас из тебя. Ждем всегда. А похвастаться республика может многим. Каждый из муниципалитетов славится народными промыслами и мастерами. Вот гости из Кайтакского района вышивают полотна яркими нитями. Кубачинские умельцы расшивают традиционные казы. Здесь предметы ювелирного искусства, где каждый элемент сделан вручную. А Муслим Хавчаев создает свои произведения буквально из того, что есть под ногами. Из глины лепит бюст Расула Гамзатова. Стараюсь передать всю духовную красоту нашего родного края. Это изготовление аулов, башен, наших старичков, горцев. К творческому процессу присоединились и малыши. Хадижа осваивает квиллинг. Это особая техника работы с бумагой, когда из скрученных полос создаются картины. Сегодня девочка делает зонтик. Надо брать бумагу очень осторожно, можно порезаться. Надо так крутить, и получается вот такая красота. Тут надо терпение. Но самое сложное – это выбрать картину. Программа фестиваля насыщенная. Открытые уроки, мастер-классы, лектории. Педагогам из Донецка и Луганска особенно приятно окунуться в учебный процесс. На новых территориях страны из соображений безопасности обучение пока ведется в онлайн-формате. Приятно, что наши дети показали все свое искусство, мастерство. Показали наши педагоги. Наверное, вашим педагогам будет интересно посмотреть, какие уроки наши преподают. Для меня само это откровение, когда видишь мастерство наших детей, это дорогого стоит. Значит, будущее республики, будущее нашей культуры, мастерство, оно все есть. И наши педагоги это вкладывают в наших детей. На полях фестиваля мы заключили соглашение о сотрудничестве с коллегами из Донецка, с Луганска. И полагаем, что в перспективе будем сотрудничать именно в вопросах воспитания, в вопросах практики образовательной. Будем обмениваться, будем посещать взаимно, значит, друг друга. И считаем, что это только обогатит и только укрепит наши, значит, образовательные связи. Уже завтра педагоги отправятся в Дербент, чтобы обменяться опытом с коллегами из Южного Дагестана и посетить увлекательные экскурсии по древним святыням. Любовь Маслова, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей.